Замечательная история, замечательная легенда, действительно хорошее настроение. А мы хотели бы пожелать хорошего настроения одному хорошему человеку. И здоровья генеральному директору телеканала «Новая Одесса» от всей телекомпании «Новая Одесса» Черевко Марине Геннадьевне. Поздравляем ее с тем, что у нее вчера был такой замечательный праздник. А расскажите, как поздравляют с днем рождения цыгане? Можем мы с вами вместе поздравить Марину Геннадьевну? Есть какие-то традиции, связанные, может быть, с этим, интересные? Есть такая традиция, цыгане подносят чарочку, считается, что это приносит удачу, благополучие, крепкое здоровье и, как говорят цыгане, а вы пахталися собирали счастье, здоровье и благополучие. За дружеской беседою он перейдет домой. Примеру деда следуя, песню льем рекой, и в этой песне слышится на воздух вознесенье, и так же легче дышится и станет веселей. Он наш поет и тем любим, и ночь. Мариночка. Спасибо, это коллектив «Арго», который сейчас прямо находится в студии «Нового утра» и просто дарит нам улыбки и хорошее настроение. Это невероятно.